Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 41, упражнение номер 5. Реши уравнение, используя знания таблицы умножения и деления. Х умножить на 4 равно 36. В этом уравнении у нас неизвестен множитель. Чтобы его узнать, произведение 36 разделим на известный множитель 4. И получится, что х равен 9. Подставляя вместо х 9, получается 9 умножить на 4 равно 36. Все верно. 36 равно 36. Решаем второе уравнение. 7 умножить на х равно 21. В этом уравнении также неизвестен множитель. Его находим делением произведения 21 на известный множитель 7. Получится х равно 3. Проверяем. 7 умножить на 3 равно 21. Действительно, это так. 21 равно 21. Х разделить на 5 равно 3. В этом уравнении у нас неизвестно делимое. Чтобы его узнать, мы частное 3 умножим на делитель 5. Это получится 15. Подставляем вместо х 15, у нас получается 15 разделить на 5 равно 3. И действительно, 15 на 5 это 3, 3 равно 3, уравнение решено верно. 20 разделить на х равно 4. В этом уравнении у нас неизвестен делитель. Чтобы его узнать, делимое 20 разделим на частное 4. Получится х равно 20 разделить на 4. Это равно 5. Х равно 5. 20 разделим на 5 равно 4. 20 на 5 это 4. 4 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.